Всем самое добрейшее утро, мои хорошие. Это сейчас у нас, я сейчас скажу вам, раненько, 7:17. Мы с Бонечкой только что вернулись с улицы. Слушайте, за нами кот увязался. Вообще прям до гейта до нашего, ну, до подъезда. Да взяла ему колбаски, у меня другой еды сейчас нет. Я не могу даже Боне купить паштет, потому что в нашей клинике тоже все закрыто. Я этот август терпеть не могу. И этот кот прям за нами. Да, и мы когда зашли в подъезд, он начал прям орать, кричать. Да вынесу ему поесть. Сейчас посмотрите, если он ждет до сих пор, я не знаю. Вот этот мальчик. Мне кажется, что это мальчик. Ну привет, ну привет. Ну привет, ну привет. А глаза какие, зеленоглазые такси. Я тебе принесла кушать, подожди. Боже, на него чуть не наступило. Да погодь. Ой, это же надо поломать тебе. А ну стой, сейчас поломаю. Ой, чудо-юдо, господи. Выхватывай, подожди. А ты, рыжик, иди, что ты боишься их, что ли? И тебе будет. На, зайчик, кушайте. Слышишь, я не успел разом моргнуть. На, кушай. Кушай, золотой, кушай. А этот активный, вот это же он за нами. Вы представляете, я вот так вот все вокруг, весь парк обошла. Полностью вокруг дома нашего. Он за нами. Он за нами. Ну, аппетит хороший, я смотрю. Кушай, Сонечка, кушай. А это какие красивые тоже. Ой, глаза зеленющие. А расцветка какая. Они такие тут красивые, кстати, на Кипре. А, что ж. Мы все тут на Кипре красивые. Под солнцем, да витамином D. Тут вообще такое творится. Да, Викуша Олегровна? Ну что, наевся? А сзади кусочек ложить на побач? Ага, побач. Конечно. Куда ж там? Красивый зайчик, красивый. Ну все, пора и честь знать.